Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня сегодня не будет за кадром. Да, сегодня у меня будет распаковка посылочки, а точнее коробочки красоты. Для тех, кто зашел впервые ко мне на канал, меня зовут Ирина. И это Glam Bag за август. Если вам интересно узнать, что там было в этой коробочке, тогда я вас приглашаю к просмотру. Та-дам! Открывала все за кадром, потому что, ну, как-то вот они не могла ее открыть перед камерой, было очень все долго, и я решила просто открыть за кадром и вам с вами уже вместе посмотреть, что там будет. На самом деле, это моя первая косметичка, и мне дико интересно посмотреть, какое там наполнение, потому что косметичка такая внушительная, так что сейчас вместе с вами посмотрим, что там лежит. Да-да-да. Девочки, там что-то просыпалось. Смотрите, видите? Какой-то блеск. Как всегда, есть брошюрка тоже. Кстати, она у меня вся в блестках, если будет видно. Что-то у меня тут прям очень сильно просыпалось. Надеюсь, это не тенюшки, которые тут заявлены. Так, первое, что мне попадается, это тоник, который тоже весь в блестках, весь в продукте косметическом от L'Oréal. Это у нас идет тоник абсолютная нежность. Вот здесь объем 200 мл. Вообще, тониками от фирмы L'Oréal я ни разу не пробовала. Здесь написано для сухой чувствительной кожи роза и жасмин. Пока открывать не буду, в смысле даже нюхать, посмотрим. Может быть, подарю, либо действительно сама попробуем воспользоваться. Так что посмотрим. Так, это первое, что нам попадается. Второе, что попадается. Боже, ну все просто. Все блестит она. Это у нас Камил. Это у нас, по-моему, идет. Что это у нас? Это у нас 100 мл. Это крем. Сейчас, секундочку, девочки. Это должен быть крем. Это крем для рук, средняя цена которого 150 рублей. Здесь его объем 100 мл. Очень даже хороший такой объемчик. А L'Oréal заявленный как 248 рублей данный тоник. Следующее, что мне попадается, попадается мне вот такая вот кисточка от Yves Rocher. Сейчас вместе с вами тоже ее открою. В таком футлярчике логотип Yves Rocher. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Здесь 650 рублей на сайте Yves Rocher стоит такая кисточка. Ну, если вам будет видно, смотрите, там волосики некоторые торчат. Ну, вот уже что-то даже выпало. Кисть для пудры из натурального ворса для нанесения компактной бронзирующей пудры. Посмотрим, как она будет работать. На самом деле, я хотела себе подобную кисточку. Вон волосы лезут, если будет видно. Волосинки от нее лезут. Я хотела себе такое что-то в сумочку, но здорово, что она мне попала здесь. Преимущество: расширяющая форма кисточки обеспечивает легкое покрытие, практичный формат кисти, удобно всегда носить с собой. Да, хорошая кисточка, 650 рублей стоит данная кисть, она мне попалась в коробочке. Следующее, что мне попадается... давно у меня не было туши от Maybelline. Это тушь от Maybelline, она стоит в магазине 470 рублей. Девочки, простите меня, я ее открывать не буду. Она здесь, кстати, без упаковки, без какой-либо срок годности до 2020 года. Смотрите, я вся блещу просто. Называется Big Shock, Shot, Big Shot. Так, объемная тушь для ресниц за пару секунд. Первый раз у меня такая тушь, пока я, еще раз говорю, открывать не буду, кисточка у нее вот такая вот. Открывать не хочу, потому что у меня сейчас есть открытые туши, а это у нас дождется своего часа. Так что вот так вот, 470 рублей заявленная цена. Опять с вами все вместе открываем, и у меня все получается непонятно как. Смотрите, какая милость, это у нас идет уже маска для лица, должно было быть либо панда, пингвин и призрак. Мне достался пингвин. А, еще тигренок.
1190, точнее, 199 рублей стоит. Она у нас предназначена для, так, питания и разглаживания тусклой кожи. Попробуем, мне нравится в последнее время тканевые маски, тоже, кстати, она вся в блестках. Тоже очень сильно люблю сейчас тканевые маски этим летом, что-то как-то полюбилась мне с ними. Обязательно попробую и, конечно же, вам расскажу свое мнение. Вон она у меня лежит. Так, следующее, что у меня здесь есть. Палетка для контуринга от Catrice. На самом деле я на такую палеточку смотрела и тестила ее. Мне, ой, вот видели, залезла как. А сейчас как раз и посмотрим. Ну, она такая плотненькая. Получается, покрытие здесь неплохое покрытие дает. Вот она, раз уж залезла. У меня сейчас на самом деле есть палетка корректоров, консилеров у меня есть, так что это пока подождет свой час. Заявленная цена 281 рубль у нее. С интересом, конечно, попробую, но текстура сейчас вот получилась, так залезла, девчонки, понравилось. Следующее, что у нас здесь есть. Блин, я вся в блестках. Слушайте, я нашла, что у меня рассыпалось. Посмотрите. Блин, какая беда. Целых 10 грамм продукта. Это хотела попробовать этот хайлайтер. А это хайлайтер у нас идет от Essence. Это вот этот вот, который. Посмотрите. И он мне достался в таком виде. Что делать? Писать им туда, Glambag, говорить, что вы мне положили разбитую, или это наша почта сделала, как-то теперь вернуть превосходное состояние. Посмотрим, может быть, я попробую спиртом соединить. Жалко, ну вот, собственно говоря, результат при соединении данной пудры, такие золотые будут блестки. Очень жалко, что она у меня разбилась и вообще. Так, следующее, что мне попадается, слушайте, это круто, очищающая маска с ахакислотом и экстрактом папайи от Eva Aesthetic. На самом деле 75 миллилитров, очень хороший у нее, так, блин, очень хороший у нее объем, она вся запечатанная, хочу вам сказать, полностью вся запечатанная. С удовольствием попробую ее в зимний период. Вы знаете то, что я люблю маски с кислотами, это тоже обязательно ее распробую и вам уже расскажу, что она из себя представляет. Цена ее, кстати, стоит на сайте 250 рублей. Но коробочка уже, я хочу вам сказать, окупилась. И крайний продукт, который меня очень сильно подцепил, зацепил, когда я заказывала данную коробочку красоты, это палетка теней от NYX. Она запечатанная вся. Все запечатанное, все хорошо, все здорово. Сейчас мы ее откроем. Надеюсь, то, что внутри будет все целое. Но чуть-чуть, смотрите, разбился вот этот оттенок, если будет видно. Как-то вот так вот. Блин, печально, когда продукты заявленные. Кстати, золотой тоже оттенок такой разбился. Пигментация очень классная. Золотой оттенок разбился. Хорошая палетка мне придет. Я сейчас вам даже свой очень не могу сделать, потому что я вся блестю. Но тут получается темный синий с блестками, такой серый с шиммером. Они все идут шиммерные оттенки, а это у нас оттенок черный. Такой красивый пигмент черного цвета. Так что вот так вот, девчонки. Номер палетки у нас идет вот такой вот. Кому будет интересно. Такая вот палеточка пришла. Или вот это номер, я не знаю, или вот это номер. Так что вот такая вот палеточка мне пришла. И все, девочки, это вся косметичка, которая заявлена. Конечно, я расстроена о том, что разбитые продукты пришли. Вот это вот вообще очень жалко, что разбилось. Правда, жалко. Сейчас надо как-то это все восстанавливать.